Народный художник Республики Южная Осетия Борис Габараев готовит большую выставку более 100 работ, написанных в разное время и в разных жанрах. Экспозицию художник посвятит 165-летию со дня рождения основоположника осетинского литературного языка, поэта и художника Кустахи Тагурова. Экспозиция под названием «Весь мир мой храм» пройдет в Карачаево-Черкесской республике. Мох айразмы божиштан, шамай сорозам нефтеровдост, кустай барабуны тэхай, ама енермана махи нуждар тонжурн шартаканын, шамай ашавун равдисун манэфта, ама он ширун адами, аудун дар фенуи хуссари рэстуна, Полотна художника вбирают сюжеты из произведений Кустахи Тагурова. На них также изображены пейзажи родных мест великого поэта, где он жил и трудился. Живописные работы художника, по словам самого мастера, объединяют одну – любовь к родине и неравнодушие к ее народу, что также сближает его с Кустахи Тагуровым. Кусты там вбирали. Кустита охашестам, мана ирестуна вазоврастачуше цалташедис, хаудунан. Ноджима, куста шедариттар феста, ама жертая вацвасте, хаудунан ию фунч хсацкусте удундар охашестам урдам. Мама нуждар охашестам расугнуфта, Хуссари Рестун, я хадаг навидар Расуду, ама я эрзэк сконтку тариттар уе хумагаска мохтар нанефта рогдишестам. Хофтам оноджи дар охашестам график охвене зага. Живопис скульптура графика. Графика анинискустета, иллюстрацията дар охашестам, охашестам литография, литографские работы и кэшета эсты Арест, а бессородишестанум. Борис Габараев неоднократно экспонировал свои работы в галереях России и за рубежом. География выставок впечатляет. Бельгия, Германия, Франция, Голландия, Турция. Однако к новой персональной выставке художник готовится с особым трепетом. Экспозицию организует Министерство культуры Южной Осетии и Карачаева-Черкесии. Хуссари Рестуна, это республика. Министерство культуры и фарша, божеством, ама мануи тен бахускуто шамай оше виставко орес эршава. Сарастам буклетта, сарастам пригласительнита, сарастам афишата, ама ма тахчин фенде заган бузник, партияна хосан, кашамин тахчин бахускуто, ма мене хоскане шамай ма квестета урдам. Эрвестершавый, ама самым расундай рорбут, рофдишан. Ама кай загнакава на президента Дарштербуздык, каши якустора охам расут мозатта орозаны тахай, ама на эрбикой мишавы зохто. Выставка живописных полотен Бориса Габараева в Черкеске откроется 26 сентября. Стелла Бязарова, Альдина Чехоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.